Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Наконец-то у меня дошли руки собрать ответную посылку Роберту, моему подписчику из Башкирии. Он мне прислал уральских минералов. Я ему, в свою очередь, собираюсь направить минералы и окаменелости московской синеклизы. Итак, что войдет в посылку? Вот такой вот фрагмент. Губки Хитетес с Пирочинского карьера. Далее колониальный коралл, тоже Пирочинский карьер. Что у нас еще из Пирочинского карьера? Халцедон в известняке с мелкокристаллическим кварцевым проявлением. Тут даже водочка присутствует. Известняк, как вы видите, доломитизированный. Такой вот образец. И тоже халцедон с мелкокристаллическим кварцевым проявлением в известняке, но уже с приокского карьера. Здесь мы наблюдаем халцедон более яркого красно-рыжего цвета. Вот. Казалось бы, недалеко друг от друга расположены карьеры, но образцы из них, ну, как вы видите, достаточно разные, не похожи. Так, также с Пирочинского карьера или с Пирочинского раковины брахиопод. Тут несколько разных штучек я ему отправлю. Дочищать их не стала, препарировать. Роберт все хочет что-нибудь отправить в кислоту. Как раз вот эти вот брахиоподы и замечательно можно подержать в кислоте для того, чтобы убрать лишний известняк и для того, чтобы окремненная брахиопода показала себя во всей красе. Так, это у нас кремень с реки Кременка Калужской области. Сбор 2022 год. Видео на канале у меня есть о поездке на реку Кременка. Ну, она где-то вот одно из первых видео. Надо очень много листать, крутить, но при желании можно найти. Наверное, даже прикреплю ссылку на это видео. Да, скорее я прикреплю ссылку на это видео, и вы сможете его посмотреть. Так, что еще? Ага. Вот такой вот замечательный кварц с фантазийным рисунком, очень похожим на лопастные линии. Как вы помните, вот такие образцы мы с Оксаной находили в Гжельском районе. Это деревня Коняшина. Карьер, глиняные отвалы карьера в районе деревни Коняшина Гжельского района. Вот эти вот рисунки, конечно, похожи на лопастные линии. Мне очень нравятся. Так, из Русавкинского карьера. Кварциново-кварцевая жиода с кристалликами кварца и вот таким вот медовым кристаллом кальцита. Там даже сросток кристаллов. Такой вот замечательный образец. Тут тоже, кстати, выход кальцитовый мы можем наблюдать. Ну, еще одну секрецию с кварцевым выходом. И сама секреция кварциновая. Можно оставить как есть, а можно пустить под распиловку и
наверняка будет очень яркий, четкий агатовый рисунок. Друзы кристаллов кварца, добытые во время поездки в Тверскую область, в Дзержинский карьер. Она на известняке, как вы видите. Кристаллы кварца здесь расщепленные, кактусовидные. Ну и, как вы видите, здесь и классические кристаллики тоже присутствуют. А также, вот видите, здесь 10 полосочка, слегка фиолетовая, свидетельствует о том, что также здесь присутствует и ротавкит. Ну и, естественно, окаменелости с черных юрских глин Московской области. Данные окаменелости не покрыты лаком, и желательно покрыть лаком. Вот это вот у нас фрагмент жилой камеры. Камера сохранила перламутр. Это отпечаток. Это не фрагмент амиалинита, это отпечаток. Причем с одной стороны мы наблюдаем отпечаток одного амиалинита, а с другой стороны совершенно другого. То есть два разных отпечатка с разных сторон. И эти отпечаточки сохранили перламутр. Далее фрагмент нежилой камеры амиалинита. Мы наблюдаем здесь септу с перламутром. Вот видите, по лопастным линиям обычно септы разламываются. И, как правило, по одной, по две штучки септ мы можем находить. А в данном случае здесь по лопастным линиям септы не развалились. Вот, и мы можем видеть здесь вот этот вот замечательный рисунок лопастных линий. Вот именно про этот рисунок я говорила при описании вот данного образца с Кжели. Вот видите, здесь тоже очень похожий на лопастные линии рисунок. Так, ну и замещенная перитом, то ли коралл, то ли веточка. Ну, в общем, биоморфоза перита по какому-то либо животному, либо растению. К сожалению, распознать это невозможно в настоящее время. По крайней мере, у меня не получается. Вот такие вот подарочки я собрала для Роберта. И они сегодня отправятся в Башкирию. Если вам такое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, репостите данное видео. Любая активность на моем канале с вашей стороны мною приветствуется. До новых встреч!